Здравствуйте. Не ожидали? Да я сама не ожидала. А что-то сижу, а такая... Здравствуйте. Ой, вы ж гляньте. Игры не пройдены. Квери лежит. Хотела в квери поиграть, лежит. Обсервер бедненький, забытый, всеми покинутый. 15 минут не доиграно. Ну, тут раз, по-моему, один вылож оставался. Вылож, это позор. Мы не доиграли там 20 минут, по-моему. Я не знаю. Доиграем сейчас? Да? 2 недели вас не было. Ну, времена нынче тяжелые, знаете ли. Сейчас, подождите, поудобнее. У нас еще, короче, проблема в том, что мы, по всей видимости, прошли с вами точку невозврата и не сможем маленькие сайд-квесты добить. Там якобы тоже можно посмотреть кое-что прикольное. Типа вот этот боди-хоррор с... как это правильно назвать? Боди-хоррор с киберпанк-уклоном. Вот так я это назову. Нормально. Не было желания, а что-то сериалы тут новые подъехали. Мы сидели, смотрели. Я книгу себе купила, уже половину прочитала. А без книгу дочитывает. Мы что-то такие, типа, классно. А играть особо не во что. Что-то сидим, пердим. Вот серьезно, никакой основной причины для того, чтобы ни хрена не делать, не было. Че? Поехали. Если кто-то вообще помнит, что тут происходит, молодцы. Закончили мы на том, что нас поймал зверь. Что из интересного вам рассказать? Да все, Дискорд писано, не писано. А Велш-то в Дискорде нет. А Велш-то не знает. Велш, мы в прошлый раз обсуждали, как это называется, вмешательство в тела людей с целью имплантации каких-либо частей. А я тебе даже картинку смешную не смогла скинуть. А я нашла, я нашла идеальный имплант. Короче, там стоит мужик, а у него вот где торс. За место торса вот эта херня, как в шаурмячных, куда курицу нанизывают. Та такая металлическая палка и на ней куриное филе. Мне очень понравилось. Вот это best of the best. Преследуя убийцу, Дэн направился в заброшенное крыло здания и внезапно очутился посреди леса. С помощью криминалистических имплантов ему удалось разглядеть голографическую ловушку и продолжить погоню. След идет вверх на чердак. На чердаке мы, собственно, маленько пошарились. Нас там зверь увидел и, по-моему, вместе с ним улетели куда-то вниз. Я ни управления не помню. Ни хрена вообще не помню. Что происходило, если вы вдруг забыли? Если вы вдруг забыли. А вот здесь мы, по-моему... Видали? Ручки-то помнят. R2 это действие. Сын наш. У нас умерла жена. Мы старый коп. Сын наш спустя хрен знает сколько лет не общения с нами. Написал. Сказал нам: батя, такое дело. Мы приезжаем, находим в его квартире обезглавленный труп. Понять не можем, что происходит. Непонятно, Даша это сын, не Даша это сын. Начинаем выяснять весь комплекс... Оцепляют. Короче, и мы, собственно, здесь шаримся по всему жилому комплексу, общаемся со всеми жителями, выясняем, что они там... У них есть, по всей видимости, какая-то повстанческая маленькая организация, направленная на борьбу с огромной корпорацией. Я уже, кстати, не помню, по какой причине, если честно. А еще тут живет что-то странное, что-то ведущее себя как зверь. Вертл, да, наверное, Вертл называется. Нет, а он остается неподвижным. И Вертл, как в любой уважаемой шаурмячной, движется вокруг своей оси. Так. Вот это да, такое было. Вот такое тоже было. И вот такое было. Я все кнопки вспомнила.
Так, подожди, это... Пошли сюда. Видали? Даже как пригибаться помню. Еще помню, что тут есть коллектаблс. И вот сейчас здесь он меня и скинет. Страшно. Никто карточек не видит? Вроде нету, да? Ладно. Извините. Тя, зверь нас скидывает. Тунец. Голодный там живу. Чего ты врешь, у тебя новая работа, не ври. Ты наоборот теперь богач. What the hell are you, anyway? О, он запутался. Get some answers. Setting up a crime scene. Voice recorder module malfunction. To hell with it. И все? Вот такая бесславная смерть? Серьезно? Здрасте. Толкина читаешь? Да, я читаю трилогию «Властелина колец». На одном дыхании видит Бог. Вот серьезно, сколько там? Сколько там? Короче, за 3 дня 500 страниц. Охренительно вообще. Невозможно оторваться. Крайне рекомендую. Если вдруг не читали, просто Lucky роскошно. The neural implant still functional. Mostly. Класс гражданина Си. Дата рождения 4 августа 57. Должность неизвестна. Судимости нет. Умер. Оценочное время смерти 17 минут назад. Виктор Мадерский. God knows why you fucking kill people. But I want my еще его поизучать. Так есть я когда понятно. Так вот, и в очередной раз я обнаружила, почему так яро хвалят собственную экранизацию. Она мне и до этого невероятно нравилась. А после... Ну, после прочтения одной пока из трех, я одну пока из трех прочитала, по сути. Я поняла, почему. Он следует четко указанному в книге плану. Что является большой редкостью. Так, ну изучаем мозг убийцы. Местного. Сейчас опять трипы будем ловить. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Вообще, надо начинать «Властелина колец» с Сильмариллиона. Как бы. Но так как мне удалось первый купить... У меня все лежит в закладках, просто я еще не успела купить. Вообще, да, по факту, да. Сначала Сильмариллион, потом «Хоббит» и потом трилогия «Властелина колец». Вот. И еще там есть какие-то утраченные сказания, короче. Там 12 книг, как-то там объединенных. Короче, в России вышло только 2. Как же она? Книга утраченных сказаний, по-моему. Еще там Дети Хурина где-то там еще читаются. Там не паханое поле. Все куплю, все прочитаю. Зумеры! Тик-таки свои смотрят. Ой, слушай, у них... Приятно. Я же не могу их обойти, да, никак? Их папка. Угу. Все сразу стало ясно.
забыла. Патронус. Патронус убежал. Кажется, это олень. Думаю, почему так низко. Это что я ребенок. Нет, не ребенок. Просто как у ребеночка. Something's not right. Just look at it. Пожалуйста. Ого. Зайти можно? Да. Ладно. Да, они там сами взрываются. Нормально все. Что еще из нового? Кто там сидит в Дискорде, кто не сидит? Оформили предзаказ на пятую плоечку. Господа. Будущее близко. Будем мы с вами... Не знаю, во что мы будем с вами на ней играть. Но во что-то будем. Что там? Приехать она должна. В период с 16 декабря по 17 января. Я надеюсь, что Devil in Me мы поиграем на ней. Если не будет дешевле в Steam. Дверь закрылась. Дверь закрылась, не открывается. Нет. Слушай, ну вообще никак. Как вы помните, у меня тут с загадками не очень. Использовать никакое зрение я не могу. В смысле ты открылась? Ладно, пошли наверх. Планирую именно с мужика вертела, а что-то вспомнился анекдот. Девушка, работающая секретарем, говорит подруге. Это так странно, каждый раз моему шефу перед оргазмом надо кричать «Факс пришел». Такое себе. Влад, я говорила про PlayStation. Обсуждали год of War, Ragnarok, будет ли Петрович его гонять. Что, будет? Не будет? Я не скажу, что я большой поклонник. Видишь, меня она не сильно интересует. Поэтому мне как-то до нее. Самое смешное в том, что мы изначально хотели, короче, купить бандл с Рагнарёком. Потому что он был самым дешевым. Мы планировали заказывать через Казахстан. Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? Ладно. Пойду поиграю. Хотели изначально через Казахстан заказать. Вот. Эй! Stop it. Но там было подороже, что удивительно, чем то предложение, которое мы обнаружили. Давай попакостим, пусть мама убирается потом. Слушай, ну вообще ничего нету. Зуб даю вам, что-то надо в подвале делать. Мне непонятно, что. То есть не хочет. Плюс говорит, заспойлерил себе его, и вроде как повестка даже в... будет играть. Может быть. Абес, ты будешь играть в Рагнарёк? Я говорю, меня интересует на данный момент две игры. Меня крайне интересует Devil in Me. Я как фанат вот этого всего кинца-мальца, да? И меня интересует Хогвартс. Я очень надеюсь, что он наконец-то где-нибудь появится в продаже. Потому что, как бы, он уже в феврале. Уже как бы скоро. Довольно странно, что... Да что с тобой не так? Вверх, вниз, справа, лево. Никуда не двигается. Нет, надо что-то... Чего я должна сделать? Если... Подожди. О-о-о-о-о-о-о.
Вот. Жесть. Виктор! Виктор! Фу. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Ну и вот. Уже как бы скоро февраль, а до сих пор ценник не выкатили на Turkish. Непонятно, сколько она будет стоить. Будут ли там хотя бы руссабы. Страшно. Куда бежать? Куда бежать? You're doing well. Keep it up. Потому что я сильно надеюсь, что хотя бы сабы там будут. Мне очень интересно поиграть. Не сказать, что я прям, конечно, дикий фанат Гарри Поттера. Но... Вселенная мне нравится, скажем так. Поэтому очень жду, держу кулачки. Не откривается. Держа питболь. Кто стоит, что за ососус? Чё? Абсосус. Абсессус? О, стрелочка. Абсессус. Чё не отвечаешь-то? Ты будешь в God of War играть? Ну, пускать меня не хотят сюда. Так, сюда еще сгоняем. Yeah. What's wrong with his legs? Ладно, все, я ухожу, я ухожу. Я ухожу, идем за оленем. What a little freak! Спасибо. Очень неудобно, если честно, ходить маленьким мальчиком. Дверь-то не открывается. Look at him! Hey, watch your fucking step. Hey, Gimp, we don't want you here. Fucking freak, get out of here. Короче, Виктор, по всей видимости, с самого детства с каким-то заболеванием. Что его все уродцем называют. Come, Victor. По-моему, и ведет себя соответственно. Yes, you're on the right path. We're almost done. Не знаю, надо мне заходить. Я лучше пойду за оленем. Олень приятнее. Чем красная комната. Какой красивый. Иду, олень, иду. В первый God of War смотрела, играла. Я стрима беса смотрела. There's no other way. Да в смысле? Я за оленем хочу пойти, а не в красную комнату. Красный значит плохой. Забери меня. Забери. Точно нельзя? Нельзя. Аккуратно. Чё, гоф? Да, все понятно. Как раз не пытался ли в этот бассейн, так никогда не получалось. Хотя ничего против не имею, видимо, не моё. Возможно, а бес никогда не смотрел, я ему только в этом году показала. Теперь... Сейчас. Please, you need to eat. Come on, eat. Eat. Не буду. Не буду! Теперь он даже со мной поглядел эти удивительных тварей и где они обитают. Фантастических тварей. Аппетитный голубь. Олень.
Хрень. Он опять красная дверь. Я не пойду в красную дверь, я пойду за оленем. Нет, олень! Hurry! Your prey is getting away. А, ну это нам, собственно, показывают, что с ним происходило. Жажда, типа, его. Красная луна, как у вурдалаков. Чё-то я ни хрена все равно не понимаю, если честно. А! Эй, отстаньте! Фу! Вы неприятные! Джонни точно должен знать. Он лишился, к сожалению, своего знания. Джонни Депп такой толстенький сейчас, видали? Jesus, this is hopeless. Где мой прекрасный белый олень? When the moon is full, the beast awakens. О, растет, по-моему, наконец-то. There. Now's your chance. Hurry. Нет. Я не хочу! По всей видимости, хочу, потому что другого выбора у меня нет. Excellent. What the hell did you do to yourself? Кому я шкафы открываю? Зачем? You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. Damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am with you. Явно. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Leave me alone! Oh. Если вы очень внимательны, вы сможете увидеть Бубу. О, опять зумеры. Что там было? Птичка. Женская. Грудь. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Раз. Ого! Ого! It's okay, Victor. Please, calm down. Mommy?
to him, Honey. Victor. I know there is still hope. Вкусно от сомнений. Да почему нельзя? You're not my son! Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Типа, ярость от осознания нелюбви своим отцом превращала его по аналогии с вервульфскими штучками. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. Oh, it's just fucking sad. No! Leave me alone! Look at him. Isn't he just the cutest thing? Please, you need to... You're not my Once son. Upon a time, there lived in a certain village. Congratulations. We're past the first phase of the treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Лен символизирует что-то хорошее, чистое. Да. Но в то же время неуловимое, недостижимое, постоянно блокируемое. То, что осталось лишь... Сейчас посмотрим еще, чем закончится. Но это явно две стороны монеты. 100%. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? Dan? It should have been you. Но он же явно не буквально оборотень, правильно? Память нашего детектива. Да, 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 да. Но не первый раз. Он и у других тоже смешивался. Поэтому мы узнаем там, что жена у него умерла. От заболевания, вот это вот все. Татушки. I know the people at Chiron. You're making a big mistake. They only care about their bottom line. They don't give a shit about you. Dad, I know what I'm doing. What if you're wrong? Well, what if I'm right? It's something I need to do. For once in your life, can't you just admit that you're wrong? Надеюсь, у вас нет эпилепсии. Сыночки не подаешь даже. Сыночка. Нельзя. Так, подожди. Стой, нет. Что закрывает дверь.
подойти я не могу. Во, обойти, может быть. Да, обойдем сейчас. Еще, по-моему, один проход был. Сюда, сюда. Так. Я ни хрена не вижу. Пожалуйста, не кушайте меня. Как-то выбрались. Жду MTV. О. Попугал. Маленечко. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people. Вы, сэр, меня напугали. Hey! Темно еще, ни хрена не видно. И куда вы мне предлагаете идти? О! Don't. He finds you. He always gets his prey. Three pairs of eyes, 4 gallons of plasma, 2 hearts, 2 livers, a set of lungs. A pretty decent yield. He's always out there, watching, waiting. Память смешивается. Но я же говорю, там как каждый раз, когда мы кого-то таким образом исследовали, там всегда... I'm right on your tail. По всей видимости, это просто побочный эффект процедуры. Ты кусками видишь и свои воспоминания, просто должен вычленить свои от чужих. Вернуться не могу. Это вот явно наши воспоминания, 100%. Как мы шли по сюжету. И кто это дева?
one more of these, and I'll either die or get used to it. So, Victor, is it? If I can find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Так, ладно, это еще не конец. Хорошо. Ты какой? Да, все, у меня до хрена квадратиков на экране. Я не помню. Все, помню. Yes. Таблеточку. Отлично. Strain level decreased. Буп. Да я не это изучала, но ладно. Hydraulic joints. Victims never had a chance. Но он сделал себя таким, он сделал себя зверем. Правильно? Военная технология. His claws match the cuts on the victims. This is definitely our man. Он их всех убивал. Зачем? Не совсем ясно. Здесь нужен видбак, да? Нужен. Ой, Волш, видели вы, если, конечно, смотрели сериал? Да у нас там ГГ меняют. С Генри Кавилла на брата Тора. Я не помню, как его зовут. Хемсворт. Какой-то там. Какой-то Хемсворт. Подожди, ну давай почитаем, что там за запись в дневнике. Обследовать тело. В отличие от него пережил эту встречу, нужно осмотреть тело. Может, найду какие-нибудь зацепки. Вот эти сайд-квесты мы с вами, к сожалению, нету. Не затронули. А если собираюсь отсюда выйти, нужно восстановить питание. Все, поняла. Видел, читал. Брат двоюродный рассказывал. YouTube новости рекомендовал. Так что вкусно. Сколько у вас источников информации-то? Мне что-то потянуть надо? Что-то куда-то вставить надо? Ну, вот искрит. Это, наверное, надо исправить. Вот искрит. Господина бы вот этого вытащить тоже отсюда. Попробуем подойти к выходу. О. Как все оказалось просто. Закрыть можно за собой дверь? Давай, закрывай. Закрывай, нихер оставлять. Я их знаю. Потом выползет в задницу, мне вцепится. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power.
широко. Тут так... Все просто, по всей видимости, мы не отделаемся. А я ж... Выбралась? Нет? Я стала еще меньше понимать, что тут происходит. О! Вот это явно генератор. 100%. Подсказки, может, какие есть. По-моему, неверно. Сейчас. Или неверно. Ага, вот теперь. Вот теперь верно. Пожалуйста, поймайтесь. Да поймайся. Ты посмотри. Отлично. И без загадки. Ну, а посередине. Они же не отваливаются, там нет, не отваливаются. Так, подождите-ка. Я... Идеи? Подожди, дверь еще есть. Все нормально. Ну-ка. Как кинетика? О, наконец-то. 1000 лет не встречали уже. Предохранитель 20А. Предохранитель 10А. Мы можем брать только по одному. Предохранитель 20А. Хорошо. Это... Боже! Это... Так, подожди, предохранитель я убрала. Может, они сейчас встанут? Нет. Мне вот... Здесь предохранители... Покажи схему, где рычаги, вот. Убрать. Давай другой попробуем убрать предохранитель. Может, это что-то поменяет. Тридцать пять А мы взяли. Что-нибудь изменится? Ничего не изменилось. Давай таскать их по порядку. 20А опять. Подожди. Ты как можешь, местами надо просто поменять.
От самого слабого к самому сильному? Нет? Типа... Подожди. Пожалуйста, откройтесь. Спасибо. Вот это что я взяла? 20А я взяла. Ты издеваешься? Вот это, по-моему, 35А. Да, 35А поставим в самый конец. 10А. Ты там первый? Ну тут явно должно что-то с чем-то, наверное, сходиться. Вот это 35А, наверное. Да, это 35А. Вот теперь 30... Да почему ты сюда-то не встаешь? Что-то я запуталась. Почему она сюда встает? Почему они все сюда встают? 10А, это что? 20А. Тридцать пять А у меня в руках. 20 у меня в руках. Вот, 35А. Теперь тут 35А здесь. Почему ее сюда тащит? Подожди. Я вообще нихера не понимаю. Почему теперь у нас... А, нет, все нормально. Блять, никаких подсказок. Проблема в том, что у меня в любом случае в руках один остается. Блять. Может, это и схема? Я знаю, где она есть. В интернете. Я думала, что мы сможем почерпнуть какую-то информацию здесь, но здесь тоже ни хрена. Блять. Слушайте, я умываю руки. Да ну его нахрен, сидеть здесь полчаса, у меня нет никакого желания. Либо в порядке силы тока. Я, знаешь, что не могу понять, почему в любом случае, когда я беру 35, одну выкидывает вот сюда, 35-ку, а вторую вот сюда. Вот я сейчас возьму вот эту 20. Она упадет вниз. Это 35 теперь. И если даже я их поменяю, вот я сейчас возьму ее, у меня должна в руках оказаться 35-ка, а 20 должна встать на ее место. Но получается, что не так. Получается, сейчас 20 встанет наверх. Как это работает? А если я сейчас... Если я сейчас попытаюсь взять вот эту? Сканить. Хорошая идея, мы же это умеем. Вольтаж 600. Спасибо. Ок, кто от этого? Вольтаж 650. Ничего.
Я еще их беру, когда сканирую. Дрогим краб. Вольтаж 100, по-моему. 10 ампер. О, Гимкраб шарит за электричество. Он же бог электричества. Гимкраб, я не могу решить загадку. Я вообще не понимаю, что надо делать. У нас есть 6 предохранителей. 10 ампер, 20 ампер, 35 ампер. Одна из них забирается, и какое-то место должно быть пустое. Чё? Чё мне надо сделать? Чё мне надо предохранить? Это 20. Это 35 встаёт. 20. 10. 35, 20, 10. Подожди. 20. 10. 35. 10. Теперь я, например... Проблема в том, что нельзя на пустое место поставить. Почему? Нет. Их куда-то перетащить надо. Нет. Я думала сюда. Но нет. Я говорю, я вообще не понимаю, что здесь. Раньше мы с вами сидели 5 минуточек. И до чего-нибудь догадывались. А сейчас... Всё, никаких идей. Ноль. Мы либо что-то здесь упустили, что не можем увидеть, в чём ещё надо поковыряться. Да ёб твою мать. Откройся. Да, предохранение. Они сейчас так В смысле, тут 10. А, да. 35, 20, 10, а вот здесь 35, 2... Подожди. В смысле, это 10. Да хрен ли ты сюда-то встаёшь? Вот, теперь 20 здесь. Нет, теперь 10 здесь. Я, блядь, умываю руки, серьезно. Попали, может, на стене где-то с перегоревшими. А где тут перегоревшие? Ты вообще предохранители тут видишь? Может, правда, что-нибудь открывается? Тут я не заметила. Вот. Да все, звоним, звоним Геймкрабу. Он сейчас за 3 секунды приедет, все сделает. Нет. Но оно красное. The fuse is busted. I need to find a spare. А без гений. На 20. Хорошо. У меня в руках. У меня в руках на 20, по-моему. Давай попробуем. Я не понимаю. Так у меня же в руках на 20. Это на 10. Давай на 20 заберем. А теперь мы вторую забрали. Чего? А, то есть на 20 ему не подходит.
Мы второго же выкинули, в смысле? Хорошо. Пошли на десятку хватать. Давай попробуем. Если сейчас из-за этого мы зафагапили игру, перепроходить заново я ее не буду. Посмотрим. Ей десятка не нравится. Давай 35-ку. Фу, это была самая сложная загадка в игре. Красное, это значит на него и нажимай. В смысле? Я же правильно сделал. Ладно, пошли. Что мы сделали? Зачем это все было? Куда мы идем? О, damages! Здорово, damages! Херач на максимум. Да он без писал мне, оказывается. А я и не увидела. Как ваши дела? Уважаемый товарищ москвич, как вы поживаете? Я не могу понять, мне уходить надо или нет? О! Мы же не будем проверять, да? Он пусть там валяется. Если он нам нужен. Давай в журнал заглянем, ладно. Черт с тобой. А, логово убийцы найти. Ладно. Давай искать. Так же, наверное, шмонаем все по очереди, да? Вообще, справедливости ради, я предполагаю, что надо вон там в дырку спрыгнуть. Если мы спрыгнем в дырку, у нас больше не будет возможности вернуться. Возможно. Тут ничего не подходит. Тут коллектиблс. Да, в дырку. Наверное. Выживамс, без особых перемен. Спектакль вчера играл, сегодня готовлю бесподобную картошку с бедрами. Что расскажете? Да, заказали плойку пятую, значит. Насобирали... Ну как насобирали? Чё насобирали? Насобирали, ладно. Заказали. Вот. Мы давно же хотели очень. Там всё это дело откладывалось что-то. А сейчас день холостяка был. Пока хоть какие-никакие скидки. Ну, скорее никакие, чем какие, конечно. Взяли, значит, Digital. Без диска. Да? За 40 тысяч рублей. А могли бы 2 телевизора вон купить. Да? Дай это бог, скоро будем играть в Devil in Me на этих ваших пятых плюсниченных. Будет максимальное погружение вообще.
hard to believe anyone could live here. Вон его масочки все. Все маньяки будут щекотать тебя за все щекотучие места. Ты будешь это чувствовать. С такой-то приставкой. Да. A splicer, a lunatic, and a junkie. Perfect combo. Ну, что-то он прям нормально, короче, упарывался. Да, на все деньги. Просто маска. Голубь дохлый у него тут. Джон Себастьян Баллард. Естественно, альтернатива. Мы беседуем с Джоном Себастьяном Баллардом, директором компании Баллард, генетикой и аугментации, о будущем персонализированных модификаций страхи перемен. Ой, я не буду всю это читать. Он, скорее всего, все одобряет. Да. Список продуктов. Привет, разжился новым клиентом. Его интересует довоенное передающее оборудование. Ему есть чем расплатиться. Не обязательно из упаковки, но оно должно быть в рабочем состоянии. Вот список. Антема B8X. Двухопорный приемник Мнемосинт. Большой промышленный, не какая-то потребительская модель. Цифровальный чип VJX4. Щелочные батареи Виталя. Вот это я понимаю. IFP, сколько сможет достать? Рассчитываю на тебя, приятель. Не облажайся, Роб. Последний пакет. Виктор, детали, которые ты прислал на прошлой неделе, ни на что не годны. Мне удалось восстановить антенну, но приемник сломан вдребезги, и все остальное к черту заржавело. Где ты вообще взял это барахло? Выкопал на мусорке? Естественно, клиент не станет платить за такой хлам. Мне пришлось предложить ему скидку на мой премиум товар, чтобы мы могли остаться в деле. Где чертовски ненадежная почва под ногами, мой мохнатый друг. Выкини еще один такой фокус, тебе придется искать нового дилера, Роб. Пожалуйста, прекрати. Виктор, этот нелепый фарс нужно прекратить сейчас же. Мама и папа в шоке. И я вполне... Понимаю? Понимаю. Одно дело вся эта одержимость генным сплайсингом, но посылки, которые ты шлешь им, что бы они тебе, по твоему мнению, не сделали, это чертовски жестоко и странно. Вик, ты мой брат, и я буду любить тебя, даже если ты вырастешь себе третью ногу или несколько рогов. Но прошу, оставь маму с папой в покое. Если ты хочешь, чтобы они приняли тебя таким, какой ты есть, просто поговори с ними, помоги им понять. Я знаю, ты не псих, поэтому вернись к своей семье. Мы тебе не враги. Надеюсь, ты скоро свяжешься со мной, Анка. Одолжение. Привет, приятель. Получил твое сообщение. Честно говоря, оно не могло прийти в худший момент. Последние несколько месяцев были очень тяжелыми. Элиза снова потеряла работу, и ребенок на подходе, поэтому я пахал 2 смены, чтобы хоть что-нибудь отложить. Мы хотим подключить малого, как только он родится. Короче, извини, но у меня просто нет таких денег. Не то чтобы я не доверял тебе, я знаю, что ты вернул бы. Просто в этот раз я помочь не могу. Надеюсь, ты что-то придумаешь. Держись, Мэтт. Вот скриптум. Разве твои родители не при деньгах? Я слышал, они переехали в район класса B. Разве ты не можешь попросить у них? Я приду за вами. Уважаемый господин, компания Беллард, генетика и аугментации, глубоко печальна тем, что вы недовольны результатами вашей генно-сплайсинговой терапии. БГА привлекает только лучших в своей сфере специалистов и использует ультрасовременное оборудование, чтобы удовлетворить все потребности наших пациентов. Однако мы полностью признаем право наших пациентов на чрезвычайно высокие ожидания, даже если, говоря объективно, они окажутся нереалистичными. Хотя мы не можем предоставить вам всю подробную информацию относительно вашего лечения, мы хотели бы напомнить, что в тех случаях, когда требуется использование генетического материала вымерших видов, в данном случае волка обыкновенного, наши эксперты компонируют уникальные элементы из нашей генетической библиотеки. К сожалению, мы не можем предоставить вам список видов доноров, либо подтвердить или опровергнуть то, что определенный вид привлекался к процедуре. Мы также хотели бы напомнить, что вышеперечисленные положения сформулированы недвусмысленным образом в договоре, заключенном перед процедурой. Наконец, мы обязаны сообщить вам, что обвинение в злонамеренном взломе ДНК слишком серьезно, чтобы легкомысленно выдвигать его, не обладая убедительными доказательствами. Любые необоснованные обвинения в адрес БГА, предъявленные публично или в дальнейшей переписке, будут рассматриваться как клевета и публикуют за собой немедленное обращение в суд. С уважением, отдел поддержки пациентов БГА. Ой, глазки мои, глазурочки мои. Короче, он хотел
посредством... Это называется генная инженерия? Нет, это не называется генная инженерия. Короче, посредством хрен знает чего хотел превратить себя реально в волка. Но, по всей видимости, остался не очень доволен. Генная инженерия заменяет ДК. Нет, генная инженерия внутри. Да. Кратца купите. Укалти купим, да-да-да-да. Что за судебное предписание? А он наезжает на некую организацию под названием БГА. Прикинь, бык какой. Так, ладно, все, давайте, нам тут осталось маленькое, там квери уже остывает. Документы. А, ну это, по всей видимости, то, что он хотел с собой сделать. Вот что он хотел с собой сделать. Ну, ножки ему сделали. О! Жесть. Так он сам это с собой сделал, получается. Типа... Но не остался сильно доволен. Опять Буба. Came to me again, the man from the looking glass. His voice is soothing, like leaves rustling in the wind. He's the only one who understands, the only one who cares. He made me see what I was lacking, what I must do. But what he's asking, am I strong enough? Of course I am. That's the coward Victor talking again. Enough talk. Ugly human words hurt my throat. I can barely get them out anymore. It's time to act. Но он осознавал себя как волк. Вон у него даже новости, вырезочки всякие, арты. Все. Экстремальная фурия. Да-да-да, это вам не хвосты. За задницу цеплять. Ну... No. Oh, God. No. This can't be happening. It's not fucking happening. Dad? What the hell? Dad, are you there? What kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place from here. It's called Sanctuary. Adam! Just try to call me back. God damn it. Так, окей. Голова. Но это подключаться. А он просил не подключаться. Я этого делать не буду. Мы с вами в любом случае, конечно же, посмотрим все концовки. Это уже, кстати, концовка. Почти. Но, собственно, я уважаю мнение своего сына. Я не знаю, что будет, если я выберу. Но я выбираю не подключаться к нему. Жесть. Бедный сыночка. Подожди, так, а что теперь? Мне обязательно. Я больше не знаю, что верить. Голос, называвшийся Адамом, предупредил, чтобы я не подключался к голове. Но как я могу этого не сделать? Нормально, уйти. Я не знаю, может, мне правда надо будет подключиться. Сейчас посмотрим, попробуем выйти отсюда. Ну, я могу выйти. Хорошо.
заперто. Тут закрыто. Ладно, я поняла. Мне два раза не надо намекать. Я пойду сюда, хорошо. Договорились. И что это было? Одна концовка, если что, не вру две. Ну, окей, окей. Насколько мне известно, да, она не одна, ну, по всей видимости. По-русски написано «генератор». Видали? И что мне с этим генератором-то делать теперь? Кнопочку нажать? Нет. Там я ничего не открылось. Дверь открылась. Не, ну слушайте. 20 минут. Ни хрена не 20 минут. Сколько стримили? Час 20. Ну ладно, ладно, ладно. Я могу себя так сильно не корить теперь. Fuck you. Fuck you. Че, Дэмиджес? Как погодка в этой вещи в Москве? Я видела, у вас 0 градусов. А у нас плюс 4. Видал, какой Сент-Тропе? Будь здоров, Абис. Кладбище? Кладбище. Журнал расследования обновлен. Нашел убежище. Кажется, это салон виртуальной реальности. Судов Адама здесь нет. Лучше осмотрюсь немного. Так, дверки. Сюда прийти, сюда не прийти. Все, пошли в дверь. О, Халти! Здорово! Вчера было 11, сегодня 0. Башке бебон. Видный ты, Мичис. Ужас какой. Да, перепады, это всегда неприятно. У нас вот снежочек даже иногда покрывает землю. А потом тает. И выглядит это супер убого. Вон у Халти в Новосибирске, по-моему, уже нормально лежит снежочек, красивый. А у нас все никак улечься не может, потому что, блин, жара. Завтра вообще плюс 6. Закрыто? Закрыто. А
А, ну понятно, все, я вижу. Давайте пойдем медленно, не будем бежать. Концовка, в конце концов. Это мой сын. Why are you running? Why are you running? Я не бегу. Красиво. Тут, типа, наверное, кто-то может сидеть. Как деловая колбаса. И всеми управлять. Это практически... Как оно? Место архитектора в Матрице. Извините, я загляделась. Что, нельзя пройти? Ладно. Так, подожди, обойти тоже нельзя. И что, я пришла? Мне разве не надо на что-нибудь нажать тут? Подожди, ну мы так эпично шли, для чего? А, во-во, всё. Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Какая моя капсула? Капсула чего? Зачем капсула? С нами на выходных, кстати, Вэлш приходил посидеть. Мы его посвящали в то, чем занимаемся. Надеюсь, Вэлш, после этого ты помылся с хлоркой. Подумц. Ну, по всей видимости, что-то мне подскажет, что я сейчас туда залезу, меня подключат, я там останусь в виртуальной реальности вместе со своим сыном и женой. Нет? Ну, давай, рискнем. Там уже посылочку выслали? Нет, собрали еще только. Только собрали в течение там что-то. Ну, вот, там сначала, короче, комплектуют 72 часа, а потом отправляют. Нам вся информация приходит. Посмотрим. Может, уже отправили, не знаю, не заходила на озон. Видимо, сам... Ой, красота какая. Ой, ну слушай, ну красиво. Ну, это явно сын наш. Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but I need you to trust me on this. We don't have much time. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, quit. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. Mountain hunting. What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and... Да, сборка завершена, еще не отправили. Hoping for только собрали. That smog to clear just enough that we could see the mountains. And it never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? Работа на Хирон, скрытие с Хирона. Давай скрытие. You were hiding here in the stacks. Yes. When they terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. Надо было в голову залезть. Он просил этого не делать, а мы...
When were you working? Должны доверять нашим Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body, beyond limitations, beyond sickness and death. Beyond being human. Just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand. But you will. Soon. I promise. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. So we got her killed. Yes. And Amir, too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. Подожди, ну, сыночка, это наш какой-то злобный, походу. What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. It came after me with a virus. A hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? We can't. Tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which gives us only one option. A manual override. That's where you come in. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. Seems to have originated in the adjoining building. The high-rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Эй, я уже шла за оленем. Олень был светом. Что-то мне подсказывает обес, что то, что он мне рассказал, мы могли увидеть в его голове. Но Дэниел в последнее свое проникновение в чужую голову сказал, что он либо сможет это пережить и окончательно привыкнуть, либо умрет. Точно тут ничего больше нет. Ладно, пошли в соседнее здание. В смысле? А как? А куда? Ой, ты посмотри. Посмотри. Безопасность какая. О! Не работают мои эти. Фильтры не работают. Подожди, да куда идти-то? Сюда я пройти не могу. А, все. Я поняла. Так что теперь, когда будет темень, вы тоже ни хрена не будете видеть, как и я. А поиграть можно?
Нет? Да? Нет? Все? Ладно. Халти. Не халти. Халти. Как God of War? Доволен? Ты, как я понимаю, не согласен с мнением... Май. Спасибо. С мнением, что это просто большое DLC. Да? Тебе нравится? Интересно? Пацанёнок подрос? Вот оно, здесь и началось все это безумие, то, что вызвало блокировку, прячется внутри, теперь пути назад нет. Иди на свет. Оу. It really is the fucking phage. Okay, you've been exposed anyway. Keep it together. Это сам Херон? Это сама корпорация, нет? Уж больно у них тут прилично. Help me, please. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do it. Еще одна говорит, идите на свет. If you can't help me, please. My son is still out there. His father has gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? А лицо не показывает. Не наша ли это мертвая жена? This entire floor purged. Sir, some of the patients are still. Да слушали. Сейчас еще и не до... Ну, конечно, дверь за мной закрыли. Ладно, полезли. Круто. По сравнению с первой частью нет того эффекта новизны. Плюс есть мелкие баги. Например, застрял, стал дергаться. Бывает буквально доля секунды, что-то мелькает. Один раз у меня игра схлопнулась. Так я сходил по кругу. Помог рестарт. Лол. Ой, там что-то большое ходит. Сейчас катсцене убрался сверху компас. Ну, бывает, ты же знаешь, все новинки игровой индустрии выходят с патчем первого дня и потом до патча первого десятого дня, да? Ладно. Можно сделать на это скидку. Меня не заметил?
Я рада, что тебе нравится, но... Расстраивает, конечно, что ничего нового. Да, я тоже думала, типа, что-нибудь интересненькое, новенькие механики какие-нибудь прикольные. Тут уж как получается. По-прежнему ходит или нет? Даже не знаю, правильно мы делаем, что сюда идем. Он явно где-то близко. Смотреть на определенные цвета, то они мигают, когда ты двигаешься. Это все мелочь. Самая большая претензия, как раз нет прям вау-эффекта. То есть, типа, не как в первой части. То есть, все, что было с первых частей, больше всего... революционные. Мне кажется, халтит вообще проблема современных игр. Они настолько... Они очень приблизились к окружающей нас действительности и реальности, что тяжело современного игрока чем-то удивить. Хотя у некоторых еще удается. Но все равно, судя по голосу, ты вполне себе доволен. Правильно мы идем, неправильно, даже не представляю. Назад не иди. Пошел вон отсюда. Здесь сбоку. Алло, как я пойду-то? Не дать близко к сердцу приняли критику про повторяющихся боссов. Разнообразие боссов и врагов просто гигантское. А я, кстати, наоборот слышала, что типа боссы такие. Ну опять же, да. Сколько людей, столько и мнений. Так, он продолжает там стоять, я побежала. Нет, сюда! Подожди, ну это назад, нет? Мы же, считай, вернулись. Хотя... Ладно. Опа, он сюда свалил.
лестнице, что я знаю, куда бежать. Вроде выбежали. Открывай ворота. Фух. Что сразу без разбора нажимай? Оу, воу. Встал? Туда нельзя прийти, да? Можно. Мне сказано идти на свет. Еще что за херня? Я вроде пока иду на свет. Оу. Чувак. Да я не буду смотреть. Мне придется, да? Открывай. Сцапала меня. Misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision.
Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. Опять роза это лежит. Мы уже видели. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. That night you and Mom argued. After you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her. But she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Пока ничего не могу делать. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't. Oh. Yeah? Whoa! Easy there. Listen, it's either this or spend the rest of your life in a fucking jar. No. Think of your kid. Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever. 30 cc's of cortisone, stat. I need any non-medical staff out of here. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. Fucking hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. Didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Give up? That's what you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. Fuck. You made it. I finally understand. У нас плохая концовка.
сыночка. Адам, what the hell is this? The core. You made your way here. Now let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus. The virus will get to me no matter what. Here, or out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. The lockdown was just an excuse to get me. Why lie? What else could I do? They had you so looped in your repressed memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. Что-то я отражение не вдуплил. Это ощущение или реальность? В душе не знаю. A host. I guess that's supposed to be me. Yes. An observer's mind is isolated. Detached from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. There must be another way. There isn't. It's up to you. Save us both? Or leave me to die and go on with this fever dream of existence? Слушай, ну не знаю, как-то что-то не. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. Блин, вот это в себя впускать! Убери! Убери! Фу! Плохой Адам! Слушай, ну не, это свихнуться можно же. В смысле, в одном теле два человека? Surprise, motherfucker. Здорово, Варант. Такс, чё такс? Я не буду его впускать. Подожди, чё ты делаешь? Нет! Нет! Steps towards embracing your true nature. Я не хотела его впускать. Towards becoming who you really are. But there's still more to do. Apartment 104. Make it quick. You killed yourself. An iteration of myself. Iteration? Then what are you? I'm Adam. Which one? The only one left. Killed him. The real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. Это еще и какой-то злобный Адам. But what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe.
Or maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself, and it terrified him. The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you, but the drugs and the paranoia took over. After that, well, he went full on feral. The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming you. He never came to understand, but I did. Just help me out a bit. You're losing me. We're all freaks of nurture, Dad. Your choices, your mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Вопросик задал, да, сейчас. А пацан чё вообще трансгуманистический переход совершил? Что такое трансгуманистический? Типа в сеть себя отдал? Я ни хрена не понимаю. Это ты вот всякой этой параши постоянно разбираешься. Для меня это всё тёмный лес. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kaimon. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. Аргументировал как-то. Я не знаю. Я вообще ничего не понимаю. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Пацан вроде как создал альтернативную версию себя в сети. И эта альтернативная версия в сети убила оригинал. Того самого Адама, который был нашим сыном. И теперь в сети остался только типа идеальный сетевой Адам, беспристрастный. Когда он что-то начал мутки-крутки какие-то мутить, и когда оригинальный Адам понял, что он что-то какую-то херню наделал, он выпустил вирус, чтобы убить идеального Адама. Вместо этого идеальный Адам каким-то образом убил оригинального Адама, используя при этом вурдалака. I'm tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice, you let your son die? What will you say? Окей. Вот вам и выбор. Наконец-то. Принять Адама... Это не Адам. Я его отвергаю. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are. Видимо, вот они две концовки. Принять и отвергнуть. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever and a day. Он сказал, я буду жить, а не я не хочу умирать. Разные вещи. Черт ногу сломит. Вот. Да. Я не могу. I regret it must end this way. Воспитал чухонь какой-то. Да не чухонь он воспитал. Он воспитал компьютерного гения. Хакера. А хакер уже дело наделал. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Yeah.
Да жопа на дерьмо, где ремень, Папкин? Ремня ему, во-во-во-во, я о том же. Он меня в дрона переселил, серьезно? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Old James is gonna fix you up. А, это Янус на войне был, это мы помним. Sorry, Janus. No other way. Мы вселились в Януса. Lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Here you are. The situation is under control. Yeah. This is the police. Come out with your hands up. Сейчас Януса еще убьют. God, what a mess. Is he breathing? Wait, checking. I think he... Верю тебе, спасибо. Неуязвимый, спасибо. Концовка нифиг. Ну, в целом. Варс Уфир мне понравился больше. В целом, мне сеттинг меня еще не прельщает, если честно. Я не думаю, что там будет что-то в конце. Подождите, мне надо, наверное... Мне вроде надо сделать... Так, подожди. Вот так. Видали? Если бы еще визуал не всратый. Если бы она еще оптимизирована была, она постоянно всякой херню занимается. Теперь, если я правильно понимаю, нам с вами надо зайти на этот ваш утюб. Мы, кстати, да, сейчас мы посмотрим утюб, сделаем маленький перерыв и начнем квери. Сегодня маленечко в квери поиграем. Спасибо за прохождение, пожалуйста. Только не убегай. Еще столько всего, столько открытий чудных. Ой, как это все делается-то? Вот так. Оп, сюр. Вверх. Теперь переключаем на русский.
объяснения. Давайте без объяснения обойдемся. Все концовки принять и отвергнуть Адама. Да, собственно, их две. Теперь я делаю, кажется... Я очень надеюсь, что мне получится. У меня получилось. Все, слышите? Все видите? Все нормально? Давайте скажем спасибо... Квестриум? Квестриум Channel. Спасибо большое. Звук нормальный? Не громко? Не тихо? Комфортно? Как вам? Что он делает? He was my son. I am your son. Спасибо комментатору. Что там было? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Нет, я. Your son. Я ничего не поняла. В таком случае. Why? Да. The splicer was breathing. С кем поведешься? You said. Blame us for what we are. Ну где там выбор-то у нас? What? Break into my brain? Anything. Forever in a day. Go to hell. After you. А, да, вот, все, мы послали его нахер, это наша концовка с вами. Обсервер. Бежим, рожу разбиваем. Конец. Ладно, вот другая. Thank you for your cooperation. Hey, you. Look down. I know, Janice. It's been taken care of. Called your people. Should be here in a minute. Thank you. I'll take over from here. You can get back to your post. О, можно так. You good? Huh? Yeah. Just a slight glitch. I'll take care of it. Ah, little ones. Worst. Always. Но смотрите, в предложенных диалогах не было ничего положительного. Там было: он не тот, за кого себя выдает, помоги мне. То есть в любом случае каноничным считается не согласиться. No, потому что Денчик этого не хочет. Ярко. Ну все. Все, две концовки. Ну как-то... Ну не знаю. Подумайте об этом на перерыве. Я пошла на перерыв и начнем квери. Мы же в этом же стриме начнем или вырубим, начнем заново стрим? Чтобы было удобнее на YouTube. Нет, все, уходить на перерыв. Все, идите налейте себе чайку. А я сейчас приду. Давайте. Thank you.
Здравствуйте. Здесь? Подожди, у меня телефон отстает. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да, я здесь. Здорово. Привет, Халти. О! Говорят, что две недели не стримишь? Чё ничего не делаешь? Стримлю. Сидит три человека. Одна из них точно я со второго аккаунта. Халти и, скорее всего, Вэлш. Может, Дэмиджи сидит. Не знаю. О, черти, да вы смотрите так же, как я стримлю, собственно. Мы с вами друг друга стоим. Чё, поехали? Халти, играл? Играл? Интересно посмотреть? Петрович же не играл, по-моему, да? В потатку превратилась. Не играл. О, ща посмотрим, поглядим. Я себе спойлернула. Все к чертям собачьим. Я все посмотрела. Не смотрел, не играл. Во, ща посмотришь. Я еще и сегодня не сильно поздно буду. Я думаю, ты с нами до конца досидишь. Я вот, короче, час 15, да, час ночи. Хорошо. О, в смысле А. Это не А. Турки щабоб, видали где? Так, Абес, подожди, вы что хотите мне сказать, что у меня будет это Xbox-овская раскладка? Посмотреть одну из видеоверсий игры с предопределенной концовкой. Надо, спасибо. Лучше стая, создать игру или присоединиться к... О, с друзьями! Классно. На одном экране игра с друзьями, передавая друг другу геймпад. Для этого не нужен отдельный режим. Делай громче. Да, 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 сейчас. Чё? Обесу отдадим, подожди. Не, вон на X переделалась вроде. А, нет, не переделалась. Ну, зашибись. Эту игру, господа, мы с вами пройдем еще хуже. Вероятно. Потому что мне надо будет преобразовывать Xbox-овскую раскладку у себя в голове в плойковскую раскладку и потом уже начинать нажимать на какие-нибудь кнопки. А может, слушай, а может на клаве? Нахер мне геймпад тогда? В смысле нет? Почему? Да, конечно, ага. Это какие там клавиши могут быть? Ладно, я зачем перекинусь на клавиатуру. Смотрите, если я буду знатно всасывать, прости господи, то вы знаете от чего. Загрузка в виде ВЧСки. Какая прелесть. Сверху неделю, а б. Ну, а это X, это все, что я знаю. Б это, наверное, нолик. Нет. Да, окей. Так, подожди, а... Y. Бляха-муха. А XY, Y это треугольник? X это квадрат, нет? Да, окей, спасибо. Ты включил стримерский режим, а? Это разрешенная песня. Love.
песня альтернативная. А можно здесь переключиться, интересно? Ой. Ёпта. Какая детализированная кожа. Охренеть. Слушайте, не знаю, как у вас, у меня на комплюхтере просто с ума можно сойти. Даже лишние волосинки в бровях, видать. Круто. Очень круто. Зубки только полосками. Где главное меню? X. Сейчас, подожди. X это... Квадрат. Звук. Не звук, да? Подожди. Замена композиций. Заменяет основные. Включить. Ага. Так, давай, отключить. Давай послушаем, что сейчас будут петь. Что-то другое, да? По-моему, что-то другое. Слушай, я не буду рисковать, я боюсь. А бес меня потом не простит. Угу. Что-то другое. Не сыща, можно. В смысле, можно? В смысле, можно? Ладно. Все равно это за 3 секунды делается. Скажешь мне, когда нельзя будет. Зачем вырубила? Сам знаешь. А. Что-то не уверен. Начинается на П. Слово на П. Порнуха? Нет, Макс, потерялись. Нет, мы слегка сбились с пути. То есть я права. Ее я не знаю, его я знаю. Его я в фильмах видела. Берегись. Да, детка, ловко ты. Спасибо. Спасибо. Чем дальше, тем хуже тут дороги. Сбавляла ее громко? Серьезно? Ладно. Шесть четыре. Это все подготовка к жизни как? В летнем лагере. Точно, вот куда мы едем. Русский. Я уже 200 миль. Ну, а я кто? Я русский. 200 миль, говоришь? Да. Знаешь, это не страшно. Я не буду о тебе хуже думать. Если б Колумб не заблудился и не приплыл к этим берегам, Соединенных Штатов не было бы. Пока хот-доги, пока яблочный пирог. Колумб не высаживался в Северной Америке. Ты о чем это? Он был уверен, что он в Азии. Реально? Еще один парень, который не захотел признать поражение. Еще один парень, в честь которого целый праздник назвали. Подумай об этом на досуге. О, боже. Просто довези нас до лагеря, окей? А то я устала глаза закатывать. Я в процессе, в процессе. Взять буклет, взять карту. Давай возьмем буклет. В буклете не написано, как добраться? Нет, только кучка фальшивых детей вокруг фальшивого костра. Будем его устраивать само мнение. Все равно? Вполне. Эй, на дорогу смотри. Бабака сзади сидела. Сам нубас. Я до сих пор не могу привыкнуть, что это не нолик. Я нолик. Первым делом я жму нолик. Потом уже начинаю думать, так, подожди. Они же ноликом обозначают тут не нолик, а тички. Боже, что как это называется? Вообще? Медведь? Что? Я называю это тички. Нет, Макс, вы это поняли? Был не медведь. А что? Я проводителя. Вроде человек. Так у него тоже геймпад. Вы человека сбили? От Sony PlayStation. Он за место руля. Он был перед нами, прям совсем близко. Стики. Но, может, да. Не сбили. Стики. Не знаю.
Все подсбавь, да ёкарный бабай. Здорово, Стефан. Вики как раз вовремя, сэр. Вики как раз вовремя на целый час квери. Без, смотри скорее, пожалуйста, как можно перекинуть управление. Невозможно. Мне приходится супер думать. Все, сбавь на один. Нормально? Няшные голоса. Ну, видишь, Халти, кому-то нравится. МГС канал Билли Айдола. Каждый стрим гоняет, кстати. Не прочитала я. Круто. А что это такое послабление? Что там? Тачка в хламину. Ну, может, все не так уж и плохо? Проспал ты. Ну, надо проверить перед тем, как пытаться ее завести. Можешь дать инструменты из багажника. Да, да, сейчас. Хат теперь голоса. Хат же не любит русскую озвучку. Справедливости ради, я тоже обычно с ней не играю. Но для стрима это комфортно. Потому что, типа, не все в состоянии читать. Поэтому я и ставлю русскую озвучку. Когда она есть. А! Чё у нас? А, это, скорее всего, X. Да. Покопаться. Да, покопаемся. Но это явно не инструменты, милая. Макс, почему ты не сказал? По всей видимости, не приняли в университет его. Кто смотрел игра, фильм «Волк среди нас»? Не знаю, первый раз слышу. Спасибо. Да. Тебе помочь? Да, если можешь, подсвети вот здесь. Сейчас. О, спасибо. Поскорее бы убраться отсюда. Просто представь себе, как ты свернулась калачиком у костра, напевая песню. Думаю, у костра обычно никто калачиком не сворачивается. Почему? Ну, чтобы не загореться. Тогда представь, как свернулась калачиком у обогревателя. Где угодно, лишь бы не здесь. Где луки найдем? Зачем мне светить? Я же Максу помогаю. Ну ладно, что там он светится. А! Папка. Ты куда? Недалеко. Ты... Постой секунду, я почти все. Как же он в нос разговаривает. Да. Чё лазить-то? Макс, скорее! В ночном лесу. В чем дело? А вдруг там внизу кто-то есть? Серьезно? Иди. Да, хорошо. Может, помочь нужно. Мы вроде никого не сбили. Может и нет, но я кого-то слышала. Женщину. Думаешь, это мы? Я хочу проверить. Окей. Я... Только далеко не ходи, окей? Да. Осторожней. Да. Волк среди нас, игрофильм. А! Я поняла. Не, я не играла. И не смотрела. Да. Удачи с машиной. Нам точно надо было спускаться? Почему я не принимала в этом решение? Участие. Принять решение. Старинная листовочка. Локат Харумс Карум. Жмите ЛБ. Что такое ЛБ? Я будто знаю. Афиша бродящего цирка. Похоже, когда-то давно ее забыли тут в лесу. Края как будто обгорели.
левую. Я все равно не запомню. Чуваки, я не запомню. Серьезно. Это будет худшее прохождение кинца мальца, которое вы видели. Поверьте мне, я вас заранее предупреждаю. Мы будем факапить к чертям собачьим. Все вообще, что возможно. Я сейчас привыкла только к тому, что А это X. Вот, ну, B нолик я тоже знаю. Но если там будет X или Y, я сойду с ума. Ты так факапишь. Я, когда сама прохожу, когда вы не видите. И вообще, иди в жопу, во-первых. Во-вторых, я больше, чем одного перса обычно не теряю. Все трупы в Until Dawn. Схерали все трупы в Until Dawn. Всех спасла, кроме Мулата, пацаненка и блондиночку. И то на это были причины. Двоих только убили. Пф, херня. А, ну это, Рами Малик еще помер. Но Рами Малик и так помирает. Или превращается в бабаку. Право. Да какой Сайлос? А, не, не бросила. Беги. Ой, сейчас начнется. Ну ладно, это понятно. Что случилось? Ну же. Там что-то было. Как будто какие-то звуки со всех сторон. Зай, успокойся, все в порядке. В лесу много всякого. Животные очень легко испугаться. Нет. Мы можем просто уехать. Да, едем. Хорошо. Как? Да, завелась. Урчит, как котенок. Макс, скорее! Уже едем, поехали. Не, ну Макс довольно внимательный молодой человек. Серьезно? Макс! Я же... Дай мне минуту, сейчас. Ой, у нас рассинхрон, что ли? Макс! Лора, расслабься, ладно? Прекрати, я просто хочу свалить отсюда! Хватит уже! Черт, у нас рассинхрон, господа. Извини. Ничего. Ничего. В машине безопасно, все хорошо. Ебать, мать твою! Твою ж мать, я думал, у меня сердце лопнет. Ох, опустите. Ебать. Окей. Не, все нормально, наладилось. Кто-то из вас ранен? Мы в норме, немного испугались. Да я вас знаю, сэр. Вы меня не обманете. Вы Сэм Рэйми. Или другой Рэйми. Сколько вас там? Много. Не расскажете, что случилось? Тед Рэйми, спасибо. Yeah, LB. Путь выбран.
че? Брат. Да там их столько, сколько Болдуины себе и представить не могут. Так сразу хотелось закрыть игру. Почему? Честность. Ну, что-то выскочило перед машиной, и чтобы не врезаться, мы свернули и... Вообще нужно быть очень аккуратным. Сами видите. Что-то выскочило? Честность. Извините, было очень темно, и все так быстро произошло, и она сбежала. Она? Вы кого-то сбили? Нет, боже, нет, конечно. Ну, то есть я так не думаю. Я не знаю. Не знаю. Сэр? Не глушите мотор. Сэр? Согласись, это прям самый жуткий в мире коп. Не знаю, я других не видела. Никогда? Да, я не преступник. Довольно прикольные эмоции, очень живые. Когда смотрел на других стримах, а почему? Мне не нравится The Dreamy. Теодор. Ну что, может расскажете? Какого черта вы делаете в такой глухомани посреди ночи? Хорошо. Свободная страна. В летний лагерь Хэкетс-Квори. А, страшный, жуткий. Мы новые вожатые. Кстати, в крови. Вы раньше срока. Нет, то есть, да. Ну, мы хотели приехать раньше и все осмотреть. Ну вот. Но мы их предупредили. Когда тихо, тогда тихо. Если когда громко, пипец громко. А когда вкусно, тогда вкусно. Я знаю. Заблудился. Хе. Вы не доберетесь до Хэкетс вскоре. Не сегодня. Отель Харбинджер. Он недалеко отсюда. Переночуете там. А, спасибо, но думаю, мы все-таки поедем дальше. Опять же, мистер Хэкетт нас ждет, мы ему звонили. Нет, мэм, вы поедете в мотель Харбинджер. Вам все понятно? Почему? А при всем уважении, а почему нам нельзя в Хэкетс-Квори? Потому что я вам сказал ехать в мотель. Так, простите, я не понимаю, в чем дело. Мэм, выйдите из машины. Эй, что? Сэр, нет. Она ничего не сделала. Мэм, если вы выйдете из машины, я покажу вам на карте, как туда проехать. Точно. Вы! Сидите там! Ничего, нормально. Я... Ладно. Опасные, два опасных подростка. Так. Значит, мы... Не. Примерно вот здесь. Что с глазами-то? А мотель Харбинджер здесь. Так, а где вы сказали Хэкетс-Квори? Ну, думаю, господа из мотеля Харбинджер вам все расскажут завтра утром. Ага. Мотель Харбинджер. Держитесь дороги. Так, а если там кто-нибудь есть? Я посмотрю. Удачи. Что за шрам странный? У него не шрам, у него просто кровь. Кататка стримит. Посмотрите, второй день подряд. О, хороший мальчик. Ох, блин.
Ничего, он там теперь сидит. Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. А что это у него было на шее? Это кровь? Рад? Встреча? Да уж. Ладно, ну что, пора ехать дальше. У них, конечно, время от времени залипают глаза или дергаются щечки. Значит, но с каждой новой игрой здесь, они реально совершенствуют свои сюда? Умения в анимации это лиц. Супер живые, я прям. Откуда знаешь? Да вау. Выведала незаметно. Офигеть! Уверена, что не стоит поехать в мотель, как он посоветовал. Милый, ты правда хочешь последовать совету стрёмного копа, который встретил нас в стрёмном лесу и сказал ехать в стрёмный мотель? Нет, точно нет. Вот. Ну что, едем? Другое дело. Мэм? Боже мой, если бы он еще раз назвал меня мэм, я бы ему этот значок в жопу запихала. Ну, я разве похожа на мэм? Мне до мэм еще лет 20. Угу. Что? 20. Это щедро. Так. Ты станешь только горячее. Прости, медфильм собьется. И вселенная схлопнется. Не лагерь Хэкскури. Да вы издеваетесь, тут никого нет. Нахера мы сюда перлись? Макс, а может осмотримся, прежде чем психовать? Стрим, который я смотрела, они поехали в отель. Мотель, что там. Так ты говорила с Хэккетом или оставила сообщение? А не пофиг ли? Нет, как видишь, не пофиг. Эй! Голосовые он не слушает. Ну я же не телепат. Нет, тут точно кто-то есть. Или это брошенная машина, и мы впустую да тратим время. Да кто тут время? Будет бросать? Я в машину. Макс, скорей. Макс, не будь козлом. Давай еще раз постучим. Есть кто дома? Давай в окошке поглазеем. Будет страшно сейчас. Ну-ка. Ну-ка. Я думала, хоть по взаимодействию с чем-нибудь можно будет там в окно заглянуть. Дереве. Ночная станция. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Оптимистичный. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Слоган лагеря.
И вот эта дверь была в мотеле. Эй! Вы там живы? Я, девушка, вам не рекомендую. Сейчас вернусь, я за помощью! Не надо за помощью, нет. Нет, садись в машину. Макс! Макс, иди сюда! Что такое? Там кто-то вроде не может выбраться из бункера. Что? Это мистер Хакер? Я не знаю. Принеси инструменты, сломаем замок. Не надо. Эй, это я! Мы вас вытащим! Да в смысле ты принимаешь решение за меня? Стоп, что женщина? Это? Ты сказала инструменты. Так чего ты не принес? Там кто-то есть. А, я никого не вижу. Смотри. Да смотрю я. Дай-ка мне. Но там точно кто-то был. Ладно, ладно, так. Взять молоток, взять ключ. Молоток. Молоток. Точно? Будет очень громко. Давай ключ. Ладно. Так, так, ключ. Надо действовать тихо. Ух, мощь. Помочь? Да. Помнишь зловещих мертвецов? Эй! Вы целы? Вы есть? Эй, осторожно. Короче, вне зависимости. Вне зависимости от того, куда мы едем, а тут можно поехать в мотель, не знаю, видимо, при других диалогах. Мы оказываемся вот в этом подвале. Кровавленный ошейник. Это ЛБ. ЛБ можно легко запомнить как левый ближний. Кровавленный ошейник слишком велик для собаки, да и кто мог назвать собаку Яном? Бупни музыку на раз, эффект на два раза. Бупни в какую сторону? В меньшую или в большую? А я не могу. Я не могу, прикинь. Не могу, все. Вверх. Музыку на раз. На два раза. Троллит? Да нет. Я не знаю, мне совершенно комфортно, видишь, поэтому я, собственно, тыкаю то, что вы просите, потому что я не знаю, как это на стриме. Господи. У меня прям все отлично в ушах. Макс? Смотрим хоть давай, что за херня. Ну, скелет огромный. Зая, может, это был опоссум? Да нет, тут точно кто-то был, я клянусь. Эй, ночь была адской, да?
Давай поедем в мотель, потом вернемся утром. Можем все тут осмотреть, но... Голос разума. Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. Макс? Макс! Макс! Кровь. Помоги. Помочь Максу. Помочь, конечно, ну такую милашку вообще. Вашему! Похоже на, мать его, мотель Харбинджер! Ой, злой какой! Тут в любом случае происходит то, что происходит, Абес. Вне зависимости от твоих действий. Это как с сестрами. В Until Dawn'е. Ты мне скажи, если надо вырубить. Ну страшно. Как будто туча DMC и страйка летит надо мной. Ты же говоришь, до отеля можно доехать. Там будет то же самое. Там будет такой же подвал. Вот эти две створки. Она что-то там за льдом, по-моему, выходит. Из номера. И то же самое происходит. Ну, то есть там можно бросить Макса, побежать наверх, по-моему, тогда Тед Рэйми в тебя все равно впрыскивает что-то из шприца и стреляет. Так что разница... Ну, я говорю, как с сестрами в Until Dawn. Тут что делай, что не делай, пойдет, как должно идти. Здравствуй, мадам. Добро мадам, пожалуй. Мать Лоры Палмер. Мы ведь друзья, правда? Я ждала тебя. Ждала, да. И я надеюсь, что наши беседы многое объяснят. Не волнуйся. Я хочу помочь тебе. Считай меня проводником в мир тайн. Это волнительно. И... Да, дуря. Но если не струсишь, если ты позволишь мне, я помогу тебе, а ты помоги мне. У тебя нет карт. Богодуша дала, но она выглядит так, как будто лет 20 должна Богодуша. Присмотрись. Уже как отдать. Сперва помоги мне, затем мой. Еще Лору переживет. Мы ведь с тобой друзья. Твои слова. Еще лучше. Я такого не говорила. Вообще ни разу не говорила. Тебя ждет много секретов. Секретов и лжи. А последний сезон Twin Peaks я смотрела. Пути, там людям лица откусываешь. Что скажешь? Помоги помочь тебе. И помни, что нас не убивает. Делает нас сильнее. Так что, если я привыкну к раскладке Xbox, буду сильнее, понятно вам? Ой, уже достижение. Ой, спасибо большое. Пролог. Ой, лаги какие.
Кейки Цкори Форева. Кейки Цкори. Да. Да, я, ладно. Я промолчу. Скори форева! Столько сердец разбивается сегодня. Прям чувство апокалипсис. Нет, ну занучусь. Ну, кто его знает? Вселенная умеет решать такие дела. Вселенная? Ну, типа космос, там, не знаю, боги. Боги космоса? Ну да. Говори. Да нечего говорить, все норм. Вообще норм. Просто супер норм. Ну что, бросила, да? Симпатичная азиатская женщина. Так, хорош. Салют, Эмма. Офигенно, что нах. Так, это... ты слышала когда-нибудь раньше про глазомер? Не, глазомер для ботанов. Захвати последнюю пару сумок, плиз. Да, босс. Привет, Эмми, от меня. Вот ты сучка. Да, это факт. О, дверь, дверь, дверь. Опасная дверь. Грустный парнишка сидит. Привет. А что ты слушаешь? Ясно. Я вообще-то... Подожди, а можно подойти к двери? Нельзя. Можно еще раз до него докопаться? Алло. Охрененно. Ну, как хочешь. Ой, сейчас время на него тратить. Или... Давай еще раз. Нашли только ее тело вместе со старым шерифом. Ой, да ладно. Алло. Охрененно. Ну, как хочешь. Следовало бы просто убрать от него метку, чтобы я не смогла больше задавать ему вопросов. А так это выглядит не проработано, недоработано. Если честно. Так, чё мне надо? Дружку найти? Ох, зараза. Привет. Эй, вы мне сумками поможете или как? О, ну, такое дело. Мы как раз ремонтируем дверь. Она... Ну, Дилан, она сломана. Пожалуйста. Я не могу. Блин, мне последнее осталось. Что с ней такое? Она сама Дилан, открывает. Ты... Бро, прости. Да, спасибо. Давай еще раз долбаем. Открывайте, черти. Они ее заперли? Козлы. Лезли в окно. Какая приятная расслабляющая мелодия. Ой, место-то какое красивое. Мамма мия.
дар. Ужасы. Ненавижу ужасы. К чему этот дар было? Халти, как знаток. Я без как знаток англицизмов. И всего, что с этим связано. Что гении и переводчики могли перевести как дар, когда он перелез через окно? Вообще ни одной идеи. Что? Кого? Он перелез через окно и искал дар. Ты серьезно? Вообще хз. Ничего не понял. Ладно, забейте. А, умеренность. А, карта Таро. Карта Таро, умеренность мы нашли. Так, посмотрим. Ужин. В понедельник бургеры. Ох. Тьюзди — это вторник? Серьезно? Охренеть, я забыла. Хот-доги. В среду. Чиз. Сырные палочки. Четверг. Пицца или... Не знаю, что такое татар торс. Тотс. Не знаю. Фрайдей. Вот это сокращение от потейта. Типа жареная картошка. Суббота фаджитас, тоже не знаю, скорее всего, какое-то национальное блюдо. И воскресенье граф. Тоже не знаю. Бисквиты, это точно не бисквиты, как оно по-другому переводится. Стейк с сыром, нет, чиз стик. Палочки, сырные палочки, есть же такое. Ты мне лучше скажи, что такое... Фаджитас и что такое бисквитс энд грейви? Рядышком тут, видимо, правила. Твои родители здесь не работают, мой свою посуду сам. Не делись джермс, не знаю, что такое микробы, наверное. Не делись микробами с другим. Мой свои ручки. Wipe it twice, so it look nice. Протереть дважды. Хорошо, типа. Обращайся аккуратно с ножами. Он сказал дар на русском, да. What roast? American beef dish. Slow cooking usually... Получается, это типа, да, разваренная такая, томленная, тушеная говядина. Огонь убивает. Слушайте, как тут приятно находиться, пока не происходит ничего ужасного. Мелодия офигенная. Так спокойно. Картофельные оладьи. Фаджитас? Черт, не хотелось бы тут застрять. А, татар тотс, ага. Ну, типа драники, получается, да? Слушайте, ну не сказать, что сильно сбалансированное питание, что я ни хрена зелени не вижу, если честно. Точно, Стефан, кстати, молодец, татар тотс, я тоже уже не знаю, что. Что такое фаджитас и бисквитс энд грави?
Ладно, подожди. Сейчас фаджитас. Фахитас. Это фахитас? А, фахитас я знаю. Я же говорю, что-то национальное. Это мексиканское национальное блюдо. Так, что такое бисквитс энд грави? Фахитас. Точно. Как я не догадалась-то. Это он про ужасы говорит? Да, да. Так, это отсюда мы пришли. А, кухню мы с вами изучили. Наверх нельзя, потому что, видимо, так и делается, чтобы люди по лестницам не ходили. Вот там сумки, которые мне надо забрать, но мы с вами перед этим, подождите, пройдем, чтобы карты искать. Тут бы ремонт не помешал. Странно, почему это popular breakfast, если там dinners. А. Боже. Классно. Так, специальный дистал. Ага, южная. Я, если честно, вообще не понимаю, что это такое. Звучит вкусно. Бывает, как я понимаю, веганский, если я правильно поняла, и это... И мясной. Тоже, типа, с говядиной или со свиными сосисочками. Что там, про бекон, по-моему, было, да? Короче, чё-то мясное. Чё-то вкусненькое. Держись подальше только для... Господи, я забыла. Для работников, короче. Ну и чё мы тут сидим? Оладьи с мясным соусом. Там же вроде ещё... Сейчас, подожди. Угу. White gravy. А, ну... Ну да. Слушай. Ну да, все, отбой. Короче, нормально. В чем прикол? Нафига? В мою защиту, А, это Дилан придумал. Но и... блюда все равно не Б, сбалансировано. Было очень смешно. О, да, надо же, ты в этом уверен? А, такие давай щелкнем. Похер, короче, ты мне с сумками поможешь? Не, мне надо дождаться мистера Хэ с нашими телефонами. Господи боже, ладно. Что у нас с лестницей? А, видимо... Чтобы не дать енотам и прочим паразитам тут все разнести. Мистер Хэтек сказал. А, тоска. А мы можем маленько побыстрее передвигаться, а то что я еле-еле хожу. Несбалансированное нет алкоголя. Что? Ты хоть в одном из блюд там увидел зелень? Блюда и алкоголь — это разные вещи. Тем более, когда мы говорим о питании в детском лагере, фу, позор на твои седины. Не настолько многозадачен, Джейк. Нет. И нет. Так, ладно, все. Никуда он дальше не ходит. Пошли за сумками. Возможно, мы даже найдем... Да ни хрена он не может быстро передвигаться. Все еле-еле тащится. Я видела, что здесь что-то светилось. Теперь светится. Ладно. Значит, так и надо. Пошли за сумками. Эх.
Ну все, сумки на месте. Круть, и все сам, да? Вот-вот. Ну да, привыкай. Боже, ты просто чудовище. Зато честная. А, ну началось. Обес, а что за дурацкий эффект солнечного света, который в какие-то огромные пиксели превращается? А, я понял. То есть, по-твоему, это я не все рассказал, да? Джейк, за такой вопрос может прилететь в нос. А, извини, отвлеклась на рифму и забыла, о чем мы. Не-не-не, ты как раз говорила мне, как ты запала на Райана. Стоп, мы о Райане, инструкторе, сексуальном, мрачном одиночке, который вообще не в моем вкусе? Озерство. Так, сексуальным, да? Вообще чистый. Конечно. Слушай, мы с девчонками в комнате еще на второй день все решили. Первый Райан, потом я, потом Дилан, Эмма, Эбби. Так-так. Ник, мистер Хэ и... Ага, ты почти закончила. Да, продолжай. Нет, это все. Все здесь. Так и что, она реально тебя бросила, да? Ну, не знаю. Она такая... Как мы будем, разные колледжи, все такое, бла-бла-бла. Ну, а я такой, ну, знаешь, давай попробуем отношения на расстоянии, бла-бла-бла. Она такая, Джейкоб. И зыркнула тогда. Ага, типа, пипец. Да уж, не хочу расстраивать, но ты поселился у нее под каблуком. Вот как она это делает? Храбрость, признание, храбрость. Ну, давай реально смотреть на вещи. Она права, это... Был летний роман. Что из него могло получиться? Ну, прикинем. Любовь, стабильность, помолвка, свадьба, дом, ребенок, интрижка, ребенок, развод, раздел имущества, одиночество, алименты. Внезапное примирение, пустое гнездо, пенсия, внук, внук, внук. Дом престарелых и, наконец, смерть в объятиях друг друга и похороны в таком же виде. Типа как скелеты, которых раскопали в Риме. Ну, угадала? Ой, нет, это про нас с Райаном. А, сейчас, 5 секунд. А, вот. Про тебя, минет, за рулем. А, не, это в списке вообще у всех мужиков. Ха, приемлемо. Так, мне просто интересно, а это ведро с гайками вообще куда-нибудь поедет? Посмотри, надеюсь. Еще одна ночь под открытым небом меня доконает. Эй! Что нас не убьет, сделает сильнее. Тебя я не убила. Пока. Но тебе не помогло. Слышь, заткнись. Так, ну, чисто теоретически. Если представить, что я полный мудила, и я решил сломать фургон, чтобы мы тут остались еще на ночь. Как именно я бы это сделал? Наверное, сломал бы бензопровод. Или... Вырвал бегунок трамблера, и знаток. Да, ты был бы полным мудилой. Ясно. А, слушай, а как выглядит бегунок трамблера? Как бегунок, который вращается, ну, под маленьким черным колпаком с проводами. Джейк, ты же понимаешь, что даже если мы тут застрянем, еще одна ночь с Эммой ничего не изменит. Поверь, она все решила. Да. Да. Ну вот и проверим. Сломать бензопровод, забрать бегунок трамблера. Давай заберем. Бензопровод-то безвозвратно ломается. Бегунок трамблера можно вернуть. Идем со мной, дружок. Верну на место завтра. Все будет норм. Эй, чувачки! Чего у них рожи такие хитрые? Эй, Джейкоб! Что? Нет, не надо! Стой! Стой! Лови! Оу! Ник! Какой козел! Бум! Оу! Полетел! О, чувак, красавчик! Фрик! Жаль, у меня нет баксов! Со всех сторон, придурки! А, слава богу! Я ценю фишку про ноль технологий, но как же приятно. Мистер Хэм мог бы и подзарядить наши телефоны хоть немного. А сам ты не при делах, да? Знаешь, его лучше отложить для особых случаев.
а быть брошенным сюда подходит? Какой жестко. Козел. Дружелюбие, раздражение. Ну да, давай, давай, дружелюбие. Ну, зато мне этим летом хоть что-то перепало. О, черт, он нас уел. Знаешь, может, не все хотели с кем-то замутить? Все, давайте уберем свои пиписьки и продолжим сборы. А где остальные? Да откуда мне знать? Иногда ты знаешь больше, чем я. Ник, я даже не знаю, как на это ответить. Скажи, Ник, ты намного умнее меня, ты горячий мачо, который уломает любую. Ага, размечтался, сынок. Эбигейл. Какие ножища. Ну, привет, подружка. Докладывай. Все. Официально синдром пустого гнезда. Дай пять, красотка. Боже, тебе вот-вот вернут смартфон? Пойдем возьмем свои сумки и свалим навсегда из этого отсталого комариного болота. Дверь закрыта, а сумки внутри. Сука. Да. Ну, по-моему, план действий очевиден. Найти ключ? Вершить свою судьбу. И под этим я имею в виду победить этот дурацкий замок и забрать свои сумки. Оставить сумки открыть. Да. Ну, давай. Ладно. Давай. Надеюсь, нам не влетит. Я никому не скажу. Мистер Хэкет узнает. Ну и что? Решит, что это медведь, например. Ты тут видела медведей? Нет, но это не значит, что их нет. Аргумент. Ну ладно, поехали. На счет три. Раз. Два. Три! Самое главное — мыслить позитивно. Зачем я тебя слушаю? Давай-ка. Я всегда права. Ты уверена, что подумают на медведя? Боже, сейчас мы до заварушки дойдем. Мы никого не закончим. Убили. Ладно, мы так. Даже дверь не я сломали, еще раз по-моему. Быстро осмотрюсь, чтобы мы точно ничего не забыли. Ну что, вперед? Например, карту Таро. О, Изи его любила. Я хочу поиграть! Забрать, оставить. Давай заберем. Воспоминания. Вернем тебя, Изи. В смысле, вообще стрим закончится? Да. Я говорю, дойдем до переломного момента. Как это в новости попало? Одна улика. Обрек местной газеты. Норд Килл? Серьезно? Газет. Похоже, выпуск старый. Что-то о пожаре. Это случилось здесь, в Хекетскоре. У всех детей в их комнатах лежат газетные вырезки о пожарах. Сложно поверить, что я буду скучать по этим жестким пружинам. Невидимость, а? Пошли. Mm-hmm.
Да, мадам Ворона. Будет странно не слышать по утрам объявлений Дилана. По-прежнему не ходит быстро. Мы же не будем каждый дом проверять, правильно? Оу. Все любят узнавать тайны, и в Хекетс-Куори они тоже есть. Почему я раньше эти не смотрела? Леса хранят секреты, раскрыв которые, вы сможете избежать уголовного преследования. Знаете, ведь вашим рассказам никто не поверит, если у вас не будет серьезных доказательств. Пора начинать расследование. Снимайте или ищите другие улики и докажете, что невиновны. Или нет? Так, подожди. Ой, мы не нашли. Давай вот это. Иногда в течение ночи у вас будут появляться возможности, давая шанс изменить ход событий по своему вкусу. Но имейте в виду, это лишь возможности. Вы не обязаны действовать. Иногда от того станет лишь хуже. В Хекетс-Куори множество секретных троп, неизведанных уголков и потайных мест. С каждым шагом вы прокладываете свой путь, определяете, куда он приведет. Иногда вы получите шанс увидеть, что могло бы произойти, если бы вы выбрали другое направление. В Хекетс-Куори не существует неверного пути. Но знаете, некоторые дороги опаснее других. Так, а предыдущие можно посмотреть? Это все, что есть. Мы разве Лоры не находили ничего? Ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам справиться с любыми неожиданностями, с которыми вы можете столкнуться в лагере Хекетс-Куори. Благодаря Quick Time Events или QTE вы сможете вовремя среагировать на происходящее. Учтите, в Хекетс-Куори бывает опасно. Не забывайте смотреть по сторонам. Стоит расслабиться, и случится несчастье. Вы сами выбираете свой путь. Но это не значит, что на нем не будет преград. Первая не сыграла, потому что я ее запалил, когда тестил. Так я же новую игру начал. Оу, надеюсь, Джейкоб этого не видел. Стена где-то рядом. Флакон. Нашла. Фу, что это? Это Дилана? Чё это? Гадость какая. Thank you.
Так, ну ладно, пошли отсюда. Я, наверное, к ней должна подойти и стоять. Дом проверим. Ты готова? Готова. Свобода нас ждет, подруга. Пора отрываться. Что ж ты такая крутая, борзая, самоуверенная? Да это игра. То, что хотят видеть другие. Притворство? Ну, отчасти. Притворяться значит быть собой. Но громче. Ты тоже попробуй. Цитаты великих. Кто знает, кого это впечатлит. Нет. Все равно уже поздно. Для чего? Для Ника? Не узнаешь, пока не рискнешь отдаться. Ты рулишь, Текс. Пардон? Ладно, теоретически, если я все же решу открыться, что если ничего не выйдет, как у вас с Джейкобом? По правде, он милый. Мы вы расстались. Летний роман между нашими школами, 4 штата. Он понимает. Ну да. Но это мы. А с Ником... Может быть, иначе. Возьми его номер, позвони. У меня есть его имейл. Нам же давали распечатки. Имейл? Тебе 93? А что не так? Я буду скучать тебе. О, стой! Но коттедж же ведь в той стороне. Сверни тут. Что? Давай, красивый путь. Последний победный круг по лагерю. Так, аж поехали. Поехали, потусуемся. Живописный. Yes. Ладно, а в чем победа? 2 месяца без технологий. А мне понравилось быть офлайн. Охренеть, там потом как разбирать, конечно. В телеге посты, с ума сойдете. Знаешь, а я тебе верю. Эбби, это что, комплимент? Перед тобой не устоять. Даже я бы подписалась. Сила харизмы. То-то же. Как будешь дома, подпишись, поделись и лайкай во всю мощь. Сразу все. Кажется, я погорячилась. Нет, ты меня любишь. Вот у нее очень хреново анимирован рот. Обожаю. Кострище? Нет, остров. Так уединенно. Ой, это дым там? Кому-нибудь сказать? Да, вроде все под контролем. Наверное, мистер Хейс сжигает старый хлам перед тем, как закрыть лагерь до лета. Да. Кстати говоря, пора бы нам вернуться. А, да. Боишься, что Ник, ну, уедет без тебя? Да нет, наверное, все только нас и ждут. Ага. Все нас ждут. Да, все. Ник. Все. Ник, он без разницы.
Спокойно, Джейкоб, все в норме. У меня полный заряд, так что... Ой, вот тяжело как. Ну ты дурак. Все перестали покупать зарядки? Все равно сигнала нет. Покрытие тут с гулькин хрен. Это ты про свой? Что? Нет. Додуматься. Неважно, я что-нибудь выжму из мистера Хэя перед поездкой. Чё-то фу. Ник! Ага, а где вы были? Какой любопытный. Не слушай ее, прошу. Поехали! Ну что-то не фу. Вот, только надо эти сумки загрузить. Ой, давай я тебе, давай помогу. Я справлюсь со своей сумкой. Спасибо. А ты уверена? Если что, мне совсем не сложно. Она и сама прекрасно справится. Мы обе справимся со своими сумками. Спасибо. Ее не спасаем. Круто. Ткнуть? Откнем. Эбби, тебе помочь? Да. Можно? Спасибо. На. Ой, милота. Вот этого спасаем. Вот это мне нравится. Ник. А вот этого спасаем. Спасаем его и мальчика-спортсмена. Возможно, азиатку. Остальные как пойдет. Эй, Райан, видел кто? А, да, наверное, сидит где-то. Весь молчаливый и загадочный. Я тут. Что ты там делал? Прятался от кого-то? А, я подкаст слушал так-то. А, подкаст? Круто. А про что? Защита дружелюбия. Давай, дружелюбие. Да, он про что? Дружелюбный. Может, шутник. Ты думаешь, я слушал подкаст про тебя? Если про кого-то это будет подкаст, то про меня. Ага, подкаст «Как выглядеть и пахнуть, как жопа». О боже, ты как дошкольник. Зато не выгляжу и не пахну, как жопа. Это смешно. Это смешная шутка. Я так же шучу. И что странно, тот эпизод был про это место. Про каргу. Отличный парень. Про какую еще каргу? Что за карга Хекетс-Куори? Не знаешь про каргу Хекетс-Куори? Потому я и спрашиваю, балда. Расскажи ей про каргу Хекетс-Куори. Вряд ли она хочет слушать про каргу Хекетс-Куори. Может, повторять карга Хекетс-Куори? Смешной типус. Это просто детская страшилка. Там, короче говоря... Вот этот нравится азиатке. Ну, погибла в пожаре когда-то там. И бродит по лесу в поисках своего сына. Говорят, кто-то слышал шепот, типа того, а рядом проплывал силуэт, классика, да. А еще говорят, что если она тебя поймает, то превратит в своего сына. Или убьет, или... Не уверен, непонятно там. Вот, карга Хекетс-Куори. Ты это выдумал. Все было в подкасте. Cool story, бро. Серьезно, вы бы слышали, как он это детишкам у костра рассказывал? У них теперь травма на всю жизнь. Ну не, а совсем на всю. С этим стоит поосторожнее, все так и есть. Да ты гонишь. Чего ждем-то, хакетеры? Почти все, мистер Хэ. Живее. О! Ну-ка, одевайтесь. Какие щечки у бывшего мужа Кортни Кокс. Простите, мистер Хэ. Нам надо было освободить сумку. Заткнись. Если бы кто-то не тратил столько времени на охмурение девушек рассказами о призраках. Нечестно. О призраках? Карга Хекетс-Куори. Ключ от фургона у вас, мистер Хэ. И то верно. Блин. Когда-нибудь я голову забуду. Надо в офис вернуться. Поможешь мне, Райан? Да. Эй, мистер Хэ. Чего, диджей Дилан? Можно мне смартфон подзарядить? Музычку?
в дороге нет, послушать. Не выйдет. А ладно, он вроде добродушный персонаж. Ничего. Не будем. Молодец. Не страшно, могу дать наушник. Ну это, Крис, хорошо, что мы можем сейчас поговорить и... Ой-ой-ой, я что, уволен? Нет-нет, я просто, ну, насчет того разговора. Мне губы не двигаются вообще. Об этом позже мне надо ответить. А, да, да. О, а, простите. Алло. Слушать подкаст. Ой, да я знаю. Ага, подслушиваешь под дверью, потом он резко открывает и на чем свет стоит, тебя поносит. Меня не обманешь. Извини, приятель. Извини, приятель. Не хотел тебя прогонять. Вам помочь искать ключи? Нет, конец лета, куча дел. В общем, что ты хотел? А, да, я насчет школы анимации хотел поговорить, узнать ваши мысли. Так. Ну там, стоит ли мне... оставлять сестру с бабушкой и дедушкой, ведь я в кампусе буду жить, и мама неизвестно где, так что я бы не хотел оставлять Сару одну. У нас семья и так небольшая. Ну, семья — это важно, Райан. Вот черт. Не очень он, конечно, к словам подростка прислуживается. У вас все в порядке? Вечером свидание? О, блин. Если бы ты знал. Так, зачем я был вам нужен? Ты один из моих любимых вожатых, Райан, ты знаешь? Хороший парень. Спасибо. Но знаешь, сколько родителей мне звонит? Сколько писем присылают об испуганных детях, уехавших домой? Я про это не думал. Хочешь верь, хочешь нет, но распугивать детей из лагеря вредно для бизнеса. Так что, может быть, поменьше историй о призраках? Это же классика. Нет? Простите, я не думал, что все так серьезно. Нужно понимать последствия своих действий, дружок. Это часть работы вожатого, лидера. Да. Лидер. Лучше просто пойте кумбайя, ладно? Что это? Вы что, больше не поете кумбайя? Охо-хо, вот и выросло поколение. Даже я знаю эту песню. Серьезно, Крис, в чем дело? Я просто хочу спокойно вывести вас отсюда до заката. Зачем? Уже темнеет, Райан. Ехать в темноте небезопасно. А от безопасности до веселья один шаг. Одну минуту. Черт побери, да где же они? Попрощайтесь с Калебом и Кейли. Они как-то ускользнули. Да ты их увидишь через год. Калеб в межсезонье на свалке работает, ну а Кейли... она пока еще думает, кем стать. У нее вся жизнь впереди. Они, по сути, делают, что хотят. Подростки, что с них взять? Мне бы со сборами помощь пригодилась, рук не хватает.
Вы и так неплохо справились. Я передам, что ты хотел попрощаться. Открыл фургон, сунул ключи в карман, пришел в офис. Там, где оставил. Ага. Ну, пойдем. Какие у него шортики смешные. Убедись, что все готовы ехать. Только нормально. Стоп, а как ты получил свой телефон раньше нас? Я его не сдавал. Надо было выключить его перед тем, как сдал, Дилан. Это же правило, ну. How do you do, fellow kids? Я стараюсь не жить прошлым. Да. Как раз пора подумать о будущем, сесть в фургон и поехать домой. Все, погнали. В чем там дело? Блин, не знаю, кажется, что-то с двигателем, мистер Хэ. Это я вижу. Да вообще полный капут. Дай попробую. Зачем? Говорю же, он накрылся. А может, ты не так делаешь? Может, ты не так делаешь. Слышь, ты чё? Хватит, прекратите оба. На молодого Эшна Катчера похож. Чёрт, давай, эй, давай. Полегче. Тише, ну тише, блин. Чёрт! Разве я не говорил вам все проверить? Ну да, и тогда все работало. Как видишь, тогда работало, а сейчас не работает, правда? Чёрт! Ладно. Ладно. Слушай, ну, ничего страшного, просто проведем тут лишнюю ночь. Нет! Нет! Все, стой! Дай подумать. Ладно. Черт. Ты прав, ты прав. Что? Да, ты прав. Эй, Райан, подойди-ка сюда. Убедись, что ночью все будут сидеть в коттедже. А на этой машине их частями нельзя увезти, да? Ясно? Никто. Ладно. Я вернусь утром. Главное, чтобы никто не выходил. Можешь мне это пообещать? Да, да, мы будем внутри. Молодца. Запри двери! И ради бога, не гомоните вы там! Так, и что это было? Он... сказал сидеть в доме и не выходить до утра. Это прикол такой? Эмма! Это прикол такой? И что нам делать? Ну, надо сделать, как он сказал. Саглы. Мы можем пойти в дом до утра. Да. Или... или можем сделать кое-что другое. Нет, нет, нет. Не-не-не. Нам правда будет лучше послушать Криса. Конечно. Да какая разница, что сказал Крис? Он больше не наш босс. Вечеринка. Камон, народ. Похоже, звезды нам благоволят. М?
Ладно, ладно, ладно. Последняя, эпичнейшая тусовка у костра. О, чувак! Итак, я за, Ник, за. Я за. Дилан за, очевидно, братан. Кейтлин? Я отвечаю на зов. Так, окей. Эмма, а ты как? Да, я за. Мистер Хэкет настойчиво просил остаться в коттедже. Да он просто напугать нас хотел. Ну, типа как... в идиотских историях Райана. Зачем ему нас пугать? Опасение, поддержка. Встревожен. Я не думаю, что он нас пугал, Джейкоб. Кажется, он сам был напуган. О, господи. Ребята, Крис однозначно не шутил. Просто скажи «да», давай, последний раз. Да. Чел, он не узнает. Но я обещал. Не-не-не-не, чувак. Все норм, мы вкурили. Ты просто не хочешь расстроить папочку. Ну зато хоть кому-то не насрать. О. Блин. Делайте, что хотите. Ау. А я послушаюсь Криса. Райан, погоди. Эй. Один и выживет. Так, 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 хайкетеры! Тусовочный комитет, поехали. Так, первым делом. Ник и Эбби, идите за дровами. А мы с Эммой пойдем на склад за провизией. А ты, Дилан, попробуй зарядить телефоны. Я не знаю, типа... Ну что, погнали! Большой мужчина. Все, Халти, я тоже заканчиваю. Сейчас подожди 2 минутки буквально. Ой, что там? Сезон охоты. Все, да? Да, все, подгрузилось маленько. Подожди. К женщине зайдем, послушаем, что она скажет, и вырубимся. Я надеялась, что ты вернешься ко мне. Давай-ка глянем. Ну, я не богата. Мадам. Умеренность. Найти баланс, ограничивать себя или же потворствовать. Умеренность. Выбирай. Но помни, бывает так, что умеренность не сразу приносит свои плоды. Я могу показать больше. Хочешь? Не нравится она мне. Да, да. Я, кстати, я совершенно не знаю, что здесь правильно будет выбрать. Смотреть больше, отказываться, но она мне не нравится. Еще рано, и луна пока высоко. Не очень бы мне хотелось. Но время не ждет. Быть ей должной. История должна быть рассказана. Осторожней. Береги себя. Ну, ищи мои карты. Что, на этой прекрасной вечеринке? Ух ты,
какие губюхи-то накачанные, мамма мия. Значится, вот вам, роскошный пес. Мы сегодня с вами закончили одну игру. И более того, начали другую. Когда я вернусь, хрен знает. Пока я планирую завтра. Я не знаю, кому я там рассказываю. Халчика, может, еще не спит. Стефан, может, еще тут тоже глядит. Ну, в общем, да, имейте в виду, возможно, завтра, если ничего неожиданно не поменяется. Но обещать я вам не буду. Вы знаете, как в последнее время стримы проходят. Но все равно молодцы, что пришли. Все молодцы. А я пошла. Давайте. Спокойной ночи. Халтичка, спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Давайте. Ориентировочно до завтра.